Концертная программа для школьников называется «Поколение будущего» и первое знакомство с Ульяновским симфоническим оркестром. Я хочу услышать приятную музыку, о которой долго мечтал. Я очень хотел посетить этот концерт. Будет ужасно, хорошо. Дети любят кино. Но немногие из них знают, что музыка пишется для симфонических оркестров. И в основных блокбастерах музыку исполняют именно симфонические оркестры. Поэтому сегодня на этом концерте дети познакомятся с живым звучанием знакомых саундтреков кинофильмов. Музыкальные кинохиты зарубежные и популярные у молодежи. Например, «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Но открыл концерт отечественный хит из фильма про Шерлока Холмса. Программа «Поколение будущего» включает в себя три концерта. Это был первый, а впереди димитровградских школьников ждет знакомство с джазовым ансамблем «Академик Бенд» и ульяновским духовым оркестром. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.